Сегодня пассажиры трамвая 5-го маршрута могли не только добраться до нужной остановки, но и получить вот такие замечательные подарки. Для этого нужно знать обязанности пассажира общественного транспорта и пешехода. Но если вы их вдруг подзабыли, то инспектор ГАИ вам обязательно напомнит. Госавтоинспекция города Самары приветствует вас в безопасном трамвае. Сегодня мы хотим вам напомнить правила перехода проезжей части и правила пассажиров в общественном транспорте. В салоне трамвая работают инспекторы ГАИ. Подходят к каждому пассажиру, рассказывают о правилах и дарят приятные сувениры. Но самое главное, напоминают об обязанностях, которые должен соблюдать каждый. Войдя в общественный транспорт, пассажир обязан присесть на свободные места, если они есть. Если их нет, то он обязан держаться за поручни, чтобы избежать падения. При выходе из общественного транспорта мы все становимся пешеходами. И наша главная обязанность – убедиться при переходе проезжей части, что это будет безопасно. А вот работники ТТУ советуют и автомобилистам быть более ответственными. Если трамвай остановился, дверь открыл, значит, надо быть готовым к тому, что люди или пойдут или к трамваю, или от трамвая. Хотелось бы обратиться к водителям нерельсового транспорта, да, вот когда трамвай производит посадку-выставку, не все автомобилисты, к сожалению, пропускают пешеходов для того, чтобы пассажиры могли войти или выйти из трамвая безопасно. За первые месяцы 2017 года в Самаре с участием пешеходов произошло 71 ДТП. Почти половина по вине самих пешеходов. В этих авариях 3 человека погибли, а 75 получили ранения. Андрей Горкуленко, Василий Колдашов. События.